Я сейчас в швейцарской семье. Вот папа коллекционирует письма. Вот здесь в этой папке письма с 1914 по 1945 год. Раньше очень много швейцарцев переезжало жить в Россию. Вот они между собой переписывались. Вот написано «Швейцария». Вот обратите внимание, швейцарский почтовый союз. Не швейцарский, всемирный. Вот письмо со штампелем Севастополя. Это все переписка между Швейцарией и Россией. Вот это целая папка, переписка между швейцарцами и Россией. Смотрите, Швейцария, Люцерн, заказное. Вся переписка между Россией и Швейцарией. Вот штамп 909 года. Россия. Это контроль, ветеринарный контроль для животных. Вот такой был тоже, когда перевозили животных. Вот сопроводительный документ к посылке. Смоленск. Россия. Вся переписка на почте шла на французском языке. Ну, на обороте вот здесь на русском написано. Вот переписка между Швейцарией и Россией. Оказывается, есть такие коллекционеры, которые собирают, на аукционах продают вот эти вот старые письма и открытки. Все письма проходили цензуру. Вот штамп стоит. Петроградская военная цензура. Вот интересная почтовая карточка, двуглавый орел и в то же время марка с изображением Ленина. 1924 год или что такое. Вот интересное письмо в Швейцарию, город Цюрих, университетская глазная клиника профессору Фохту от доктора Поляка. Улица Ворошиловская, 9/3. Вот такая была переписка. А вот открытки уже советского периода. Времен СССР. Вот письмо в Международный Красный Крест в Швейцарию. Вот письмо, отправленное в 1944 году. Из России и через Турцию. Проверено военной цензурой. Из России в Швейцарию.